Какая у нас радость в жизни? У всех. Открытие чего-то нового. Вот когда новое мы открываем, вот это и есть радость человеческой жизни. Иногда новое это бывает и привычным. Вот любят муж и жена друг друга, да? Когда поддерживается любовь? Когда они и даже в привычном общении все равно открывают для себя нечто важное, новое, даже в привычном. «Изведи драгоценное от ничтожного, и будешь как мои уста», как говорит пророк Иеремия. И драгоценное от обыденного, скажем так. Вот когда это новое находится. Есть извращенное качество такое же. Когда мы сидим в интернете и зависаем в нем, и какие-то мелкие, ненужные для нас, но все же новости, нечто новое получаем, и получаем, получаем. Это наркотик. Это вот примитивизация вот этого качества. Царствие небесное – это как раз то состояние, когда бесконечная радость и бесконечное счастье, которое проистекает именно от открытия нового всякий раз. А что может дать, или кто может дать бесконечно новое? Бог, потому что Он бесконечен. Бесконечное познание бесконечного Бога. Вот это и есть Царствие Небесное. Бесконечное познание бесконечного Бога. Познание Священного Писания, углубление в Священное Писание, это, конечно, поразительное совершенно занятие. Самое важное, самое главное, самое совершенствующее душу, и которым человек может заниматься до скончания века, его собственного. И всегда это будет важно и интересно, и актуально для нашего сегодняшнего дня, в том числе и для житейских дел.